Тут главное не испугаться, откуда он придет. Ё-моё, господи! Окей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, вас обескромник, крошка, окрошка. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет, кремлечки. Сегодня мы играем Гаррис Мод, и давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». У нас есть очень много классных новых NPC. Если опять кушайте, приятного аппетита, погнали. Вижу его, он ушел. Куда он идет? Сюда. Он на первый был. Отлично. И учитывая, что полоска, когда кончится, дверь откроется. Надо закрывать уже, когда только в притирку. Ушел. Так, я буду с этой стороны чекать. Давай, я справа, ушел. Ты слева. Он топал. Давай. Хорошо, нас предупреждай. Топай, он идет. Какой стороны? Я успел. Все по красоте, хорошо. Пацаны. Не подходите к двери. Отлично. Он вышел. В другую идет к тебе. Да. Стой, молодец. Блин, это, ребята, так страшно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Мы записываем очень классные видосики, которые попадают в тренды. Опять бежит с этой стороны. Нет, он не идет. Он ждет, чтобы я дверь вроде бы как нажал, а потом он придет, да? Интрижка. Я вижу, вон он стоит на камере. Кстати, он сейчас играет за NPC аниматроников, которые мы скачали только вот сейчас, потому что они вышли сегодня, буквально час назад. Они прям очень круто сделаны. Вон он. Ой, смотрите, какой прикольный челепиздрик. Как дела? Блин, я таких ни разу еще не видел. Он как плюштрап размером. Ого! Нифига себе, ты мне крышка дал по башке. Я не ожидал, что он... Эй, прекращай. Да нифига, Богдан? Богданчик. Эй, отвали, какиш. Блин, настроение классно. Надеюсь, ребята, вы когда смотрите наши ролики, у вас настроение тоже поднимается. Он там есть? Нет. Все, давай я опять справа стороны смотрю. Я его вижу, он топор куда-то. Надо топор взять. Там есть игровой автомат, ты можешь посмотреть? Он ради ушки к ним пошел. Не могу. То так, та дверь не просматривается. Капец. Слушайте внимательно. Мы это слушаем. И следим. Я слышу что-то. Бежит. Ух ты, пойдем. Успел. Ребят, ну по красоте же играем. Ушел. Это был глич-трап. А ты задрал, да как? Это вы не было, это вы. Ой, я проверял, видишь, тоже шаришь? Да отвали ты! Предатель. Она вообще нет, вас не мочит, походу. А, она не может убивать? Опа, блин. Закрыл, уходи отсюда. Убежал, так, энергия полная, отлично. Так, подождите, если закрыть и сразу открыть. А сразу открыть нельзя, я понял. У вас вон бежит. Только не одна. Это Security Breach. Я не вижу. Рокси, наверное. Или Чика. Или Монти. Или Шмонти. Тебе идем. Видите, бежит. Я успел, пацаны. Я всегда это делаю в последний момент. Это спринтрап. Он сейчас с твоей стороны может прийти, осторожно. Я слежу. Он такой поломанный. Офигенные что? Текстурки. Класса обидит. Так, всё, он уходи. Здесь. Не жди. Мы успеваем, да, пока есть что? Но это же медленный аниматроник. Если он возьмет быстрого, то, возможно, мы не успеем. Ушел. А ну, давай по камерам почекаем, где он там. На третий. Вон стоит. Это он на сцене? Да. Но это не сцена. А он что это? Где? Закрывай. Он к тебе пошел. Нет, он ушел. Нету. Едет робот. А он же этот робот... Возьмите карту. Давай. Возьмите карту. О! Так он спасибо. Офигенно, я не знал.
Серега, мне нравится, как ты от РП отыгрываешь. Возьми карту. Классно. Возьми карту. Блин, мне нравится, как Серега отыгрывает. Возьмите карту. Он разве так говорит? Take a map. Take a map. Говорит, возьмите карту. Так, внимательно. Это он дурит мозги, чтобы нас убить, я знаю его. Блин, ну там классный NPC, прям со всей игры опять есть. Идет, о, опять идет, опять этот челепиздрик. Келет какой-то. Он такой медленный, конечно, Рахит. Кто там? Он стоит, внимательно. Это очень страшно, ребят. Это эндоскелет? Да. Так он должен мочить? Ну не знаю, вроде стоит, просто смотрит. Может, выключили? Батарейки сели? Ну не знаю. Надо его включить попробовать. Вот сам иди включай, мне стоит. Не, я не пойду. Иди ты. Иди. Как думаешь, как его быстро убьют? Ну я не знаю, может... А да добро, он же не дамажит вроде бы. По жопе ему. Включатель на жопе что ли находится? Там, что у тебя тут? А, это пальчиковая батарейка. Ух ты! Это был толчок? Я плюс-минус перепутал. Нормально. Будешь еще идти пробовать раз? Давай. Так ты на меня смотришь. Давай я попробую, Йоанс. Я так 100 раз делал. Иди сюда. Вставим ему батарейку. Давай. Ща. А где батарейки это вообще стоят? В жопе. В жопе? Ого. Что-то у тебя немножко не получилось. Это тебе минус. Он уходит. Ну все, он заработал, пацаны. Я ему один провод случайно оторвал. Успей закрыть дверь, если что. Такое бывает. Чекай, где он? Вот он стоит в центре. Он Фокси взял. О, ночной режим есть. Басай, закрывай. Уходи. Все. Уходи, подлец. Мы хлеба не дадим тебе. Ушел. Хлеба нет. А это что за аниматроник был? Это Фокси. О, смотрите, какая прикольная у него текстурка, я успел. Офигеть. Ребята, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы сделаем полный обзор на всех новых аниматроников. Ты задрал. Ой, прощай. Это, Димаш, у нас опять получается Грегори и Ванесса объединились. Да-да-да-да-да. Рокси, 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 пацаны, осторожно. Стоит. Шла. О, это уже разговаривает NPC-шка, уже прикольно. Это уже злится. Я по тебе скучать. Видишь? Ты что, успей нажать? Закрывай, Дим. Да я не успел нажать, не успел. Ой. Ха-ха-ха, я успел убежать зато. Да не, Серега, ну я же добрый. А мы тебя закрыли. Да. Васаби идет. Отлично. Уходи. Так, ребята, ну что, мы выжили. Все хорошо, но это было очень страшно. Еще бы чуть-чуть, он бы ударил меня. Есть, я успел, Сережич. Ничтожество. Это ты ничтожество. Какой-то агрессивный у нас аниматроник сел. Стоит. Кажется. Так, а где? Бежал. Бежал? Вентиляция? Да, наверное. Да не. Телепортировался, может? Невидимый. Наверное. Не знаю, можно... Это что означает? Это Монти, Монти, Монти. Бешеный крокодил. Где этот шмонти? Это у Димы. Я слушаю внимательно. Вот, Монти побежал на твою сторону. Он побежал на мою сторону. Я успел, пацаны. Ну, все по красоте. Но это очень прикольно, то что в последний момент я нажимаю. Гена, уходи. Гена. Да, я нажал еще раз. Ну все, ушел, ушел. Да ну, Серега, ну прекращай. Ну ты, ну можешь, хватит. Иди отсюда, Гена. Гена, фу. Да, заходи, заходи. Отлично. Все. Успел. Ну я не мочит как-то парень. А у нас же Серега пил паки, ты что, забыл? Нет. Есть пилпаки, security breach. О, кстати, я обещал, что мы в следующем ролике будем их использовать. Но они звуки не издают, а может уже и добавили. Где-то в твоей стороне, Дим. Я смотрю внимательно. Тут же еще двери разные есть. Тут главное не испугаться, откуда он придет. Ё-моё, господи! Ты зачем так напугал? Это было... Ого! Я так дернулся, у меня аж волосы привстали. Да ты, ты просто большой какой-то, нереально здоровенный. У меня, кстати, нету скримера. Просто шипящий экран. Димас,
Поломанный Монти, полцаны. Ползет. А там что, двери есть? Ждите, он сейчас вентиляции проползет. Вот он. Вот ползет. А как нам его закрыть? Не знаю. Вентиляция-то не работает. А чё, ничего реально не сделаем? Да. Приполз. Монти, наверное, тоже, да, на расстоянии бьет. Даже фонарик не спас. Не, так Монти уж вроде не боится фонарика. Так поломанный вроде боится. Да? Ой, ты меня испугал. Иди спать. Луна. Луна? Фонарик на него. Фонарик. А, дядя. Серега, мы будем на фонариком светить. А зачем светить? Это не спасает вас. Да? Она должна тебя замедлять. Должно замедлять, Серег. Идет, идет дурачок этот. А ты что, на руках идешь? Да. Офигеть. А что такое здорово? Ты же меньше вроде бы. Нет. Да ты меньше размером в игре. Коса бежит. Закрывай. Отлично, успел. Он быстро, кстати, ходит. Да. Как придурок ходит. Выбежал. Ему плохо. Да ему, наверное, хорошо. Отдыхает. Где он? Он пропал. Там... Где-то в центре. Он опять танцует. Посмотрите на него. Свет выключен. По камерам посмотри. Да я вижу тебя. Вот я тут стою в коридоре, вижу, как ты танцуешь. Дима, ты куда ушел? Я? Я до Сереги иду. Ё-моё, ты меня увидел, да, Серега? Да. Жесть, ну темная карта, да? Согласись. Угу. Так, Серега. Чка. О, нет, я не успел закрыть. Он тоже на расстоянии, да, бьет? Да. Они все, да, бьет на расстоянии? Они все такие. Да, это такой пилпак. Ничего, сейчас их 100 штук еще выйдет, наверное, по этой игре. Я испугался васаби. Так, пацаны, а вы где? Ну, в нашем домике. Понял. Я иду к вам. В смысле, я дверь не прихлопнула? Пришел. Я дверью прихлопнула. Серега, ты че наших убиваешь? Прекращай. А шо я вас убиваю? Так нельзя. А шо нельзя? Ну нельзя убивать наших. А кого наших? Кто наши? Это наши охранники. Это не охранники, это Грегори и Сквидвард. Ну так они охраняют пиццерию, их на работу взяли. А мы же до шарак работаем. Меня в красиво. Грегори это Гриша, а Гриша это засранец тут еще. Это зло? Гриша это зло, да? Так, Серега, я иду к тебе. Потихонечку. Ты готов, Сережечка, умереть? От чего? Ну я не знаю, от чего ты хочешь умереть? Давайте его дверью прихлопнем. Ты что-то намекаешь на что-то? Я испугался. А это было специально неожиданно. Кстати, я думал, Серега не умрет, но у пилпака, видимо, очень мало жизни. 10 000. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Серега, поджигай. Сейчас будет. Вот.